Чтобы приготовить запеченную овсянку с яблоками, необходимо в глубокую миску поместить одно куриное яйцо, влить молоко и растительное масло без запаха. Взболтать все венчиком. 3 средних яблока очистить от кожицы и нарезать кубиками. Еще одно яблочко нарезать тонкими ломтиками, чтобы украсить пирог. Подготовить орешки и сухофрукты. Вяленую клюкву промыть, просушить, а грецкие орехи порубить ножом. В глубокую миску поместить овсяные хлопья, сахар, корицу, разрыхлитель теста, клюкву, орехи и кубики яблок. Влить жидкую массу и тщательно перемешать. Выстелить форму для выпекания пергаментной бумагой и переложить тесто. Сверху украсить ломтиками яблок. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовы запеченные овсянки с яблоками дать немного остыть в форме, затем украсить по желанию, например, посыпать сахарной пудрой.